ты хорошо, холодец ваш. Чего это? На что мне нужен тот? Давление 190. Да, она вчера плохо себя чувствовала. Ну не знаю, ну наверное, может быть. Сегодня позвонила, сказала, что. Ты залезла там, Наташ? Залезли. У нас вообще мало будет. Да от половины не будет. 7 человек всего будет. Мишу не отпустили, Сашу Яценко не отпустили. С Краснодона одна внука внянчит, а тетю Таню саму тоже ее не пускают. Тоже же возраст и здоровье. Максим тот к врачу сегодня записался, к врачу пошел. Температура. Температура. Да у него же с похорон как началась температура. И вот по сей день. Это плохо, конечно. Ну, тут гайморит же у него. Да прокалывали ему, он пошел промываться вроде, я не знаю. Но... Или промывать, пристегиваться. Да нет, что он сейчас приедет. Да. Ну, тоже к вечеру ей легче стало, тоже выходило. Ну, подышать воздухом хоть выйти. Я вот это не могу, я утром встаю, я сразу и бегу, оделась и бегом на улицу. Я как бы вот привыкла. Я даже к мамке, когда ездила в Волчинск, когда она в квартире жила, я не могла там долго находиться в квартире. Мне воздуха не хватает. Привыкла все время на свежем воздухе. Ну, а мне хочешь, не хочешь, вот на свежий воздух утром и вечером выйти надо. Ну, я выхожу. Ну, я собаку выгуливаю. А я кошку то ночью выпускаю, утром пускаю, это самое. Температура, хоть давление, хоть ну, да. Невзирая ни на что, а собаку покормить. Вчера 5 часов вечера ушла и где-то ночевала, может, там у тебя где-то, я же не знаю. Да, ну, я же говорю, она больше у меня живет, чем у тебя. Это... Нет, такого не было, чтобы я ее не видел. Ходит, то в окно, то... Она ж бросится, то в туалет, то поесть, то воды попить. Ходит у нее, там тропы свои, я уже знаю, где она ходит. А вот я наблюдала, как обледенело, лед был на деревьях, а она ж на твоем заборе там сидела. Ну, видела, что я дверь открыла, а я ж смотрю еще. Дошла до абрикоса.